Пришел мне ремешок от Apple Watch. Бля, Apple Watch SE. Вот братик мне спасибо ему подарил. Но что интересно, естественно, никакая не подделка, ничего, но в новых часах, не помню какая сторона, по-моему, вот эта сторона, она не заходила на свое штатное место. Сейчас. Да, по-моему, эта сторона. Что интересно, вот здесь у нас одна пупырка вот торчащая, две заподлицо. А там, прям с завода, вот эти две пупырки крайние, правая и левая, они тоже торчали и просто не залазили на свое место. Поэтому брат мне отдал свой ремешок. Вот. А я его поставил. И вот сейчас заказал с Алибабы. С Алиэкспресс. Две посылочки. Они пришли одновременно, довольно быстро. Сейчас мне самому интересно даже. Заказал стекло. Защитное себе для айфона. У меня что-то здесь. Вот. И заказал, самое главное, стекло есть стекло, я его поставлю, бог с ним. Поменяю защитное стекло старое, поломанное на новое. Для интереса можно тоже глянуть. Потому что самое главное это вот это вот. Так, что там со стеклом? Какое-то стекло. Их даже несколько, по-моему, есть. Два. Ну, короче, стекло есть стекло. Две штуки лучше, чем одна. Одно. А вот теперь самое интересное. Их много. А, это, как она там называется, итальянская вязка или как-то там. Я не помню. Вот мне очень интересно. Оригинал стоит где-то, по-моему, под 10 тысяч рублей на сей момент. А вот его копия, сделанная, наверное, на том же заводе. Но стоит что-то в районе 400-500 рублей. Так. Я вам скажу, края шикарные, никаких проблем с этим нету, ничто не цепляет, ничего. Ссылочку я на сайте поставлю на продавца. Так. Ну, я тоже никаких проблем не вижу. Все довольно аккуратно обработано. Сейчас мы это дело поставим на часы. У меня 44-е часы. Сейчас вот мы поставим. Так, снимаю. Отстегиваю родной ремешок. Так, теперь надо сообразить, как, наверное, чтобы это вот так было, или вот так, как лучше, ну, попробуем вот так, допустим, там, ух ты, магнит хороший, магнит крепко держит, например, вот так, если что, перекручу. Переставлю ремешочек. Так, смотрим, как он у нас одевается. Или вот так надо. Что значит уже? Так,
ты он. Это, скорее всего, вот сюда. Есть. Встала, защелкнулась. Значит, это вот сюда. Встала, защелкнулась. Я специально серебряный цвет взял. Сейчас посмотрим. Так, ну что, сидит хорошо, вполне себе хорошо. Можно немножко отодвинуть. Не, нормально все. Магнит, на мой взгляд, очень даже хорошо, можно натянуть. О, как по мне, так нормально выглядит. Как она там называется? Испанская вязка или какая? Итальянская вязка. Вполне. Ну, во всяком случае, лучше, чем штатный. Ну, по виду, по качеству жизнь покажет. Нормально. Вполне. Спасибо, братик. Так, я немножечко, значит, его поюзал. Ну, надо как к любой вещи привыкнуть. Ну, сколько? Минут 5 там. Вспомнил, называется миланская петля. В Apple оригинал стоит что-то там в районе 9-10 тысяч, что-то такое. Так, значит, даже если магнит отстегнулся, то часы не упадут. Не пойму, здесь защитная пленка или что? Да, здесь пленка. Ага. Пленку убираем. А с этой стороны нету пленки или есть пленка? Наверное, нету. Магнитик защищен такой резиновой прокладочкой, то есть меньше вариантов, что будет цеплять, царапать сам ремешок. Миланская петля называется, вспомнил. Так, ну вот, то есть вот его такое положение. Я вот не знаю только, как он будет, не будет ли ухудшать прием, на связь влиять или еще что-то, но вот взяли, одели. Там поставили часы на необходимое место, чуть-чуть подтянул, поставил. Вполне себе неплохо выглядит, очень даже неплохо, на мой взгляд. Белое с черным. Я вот смотрел, есть миланские эти петли и черные, но они не так выглядят хорошо, как вот этот белого стального цвета. Так что, да, магнит хороший. Можно брать вполне, там 400-500 рублей, не помню, сколько он стоил, доставка бесплатная. Меня устраивает, вполне. Это ремешок в запасе, так что все в порядке. Берите, нормально.